Готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1993 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду. Тана. И если что-то есть в ее биороботе, она сейчас выходит и становится рядом. 1, 2, 3 копии голограммы, чужеродная, все выходит из биоробота, если там что-то есть. Нет ничего. Отлично. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем ее в защитный скафандр на время работы с тонкими телами вместе с тонкой копией Юлии. Поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел, пойдем. Мы на месте. Хорошо, мы приветствуем Юлю. Интересуемся, готова ли Юля к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, она доверит. Хорошо, и я даю команду. На счет 3 сканера начинает сканировать все 7 тонких тел Юлии. Пространство притягивается в клетку тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать. А у Юли все чисто. Вообще ничего. Ставим маячок зеленый, красный. Один, если что-то есть красное, если все чисто, зеленый. 1, 2, 3. Какого цвета? Зеленый. Мы ее давно чистили, она чистая. Очень хорошо. Хорошо. Сколько у нее энергии сейчас? Мы Юлю неделю назад поднимали. А, понятно. Хорошо. Я же просто не помню. Давай заправим тогда энергиями. Мне 85. 85. Сколько ей нужно? 200. 200. И какая частота вибрации? 25. 25. Отлично. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Юли начинает входить вибрация Юли до числового значения 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. По чакрам прошлись энергии, распределились. Хорошо. Отлично. Так, у нас 10 вопросов. Давай мы сейчас пригласим куратора сюда, Юлии. Это Милена. Я делаю запрос в энергоинформационном поле, приглашая к нам прийти куратора. Милену, куратора Юлия, 1993 года, воплощенный на Земле. Милена здесь, она рада приветствовать всех, Юлию. Мы рады видеть, Милена, еще раз вас. Видите, как быстро встречи происходят. Юлия. Очень рада за встречу. Юлия, да, мы очень рады тоже. Юлия изъявила желание познакомиться со своим высшим «Я». Я хотел спросить, не можете ли вы с нами вместе подняться сейчас к высшему «Я»? Прекрасное желание, с удовольствием сопровожу вас. Отлично. На какой мы, мы узнаем, на какой мы уровень идем? На 10. На 10, хорошо. Значит, тогда, Верочка, бери Юлию, ты и я, Юлия и Милена, значит, 3, поднимаемся на уровень высшего «Я» Юлии. 1, 2, 3. Пошел подъем.
Да, мы здесь. Снимаются все маски и голограммы, все вокруг пристают согласно своему эфирному коду ДНК. Хорошо, мы на месте? Да. Отлично. И я прошу сейчас высшее я, Юлию, выйти к нам. Мы приглашаем ее. Просим высшее. Мужчина. Мужчина. Снимаются все маски, голограммы. Мы приветствуем высшее я, Юлии. Меня зовут Влад, это Вера. Здесь ваша Юлия стоит и ее куратор Милена. Юлия изъявила желание познакомиться со своим высшим я и задать ему несколько вопросов. Я приветствую всех вас и тебя, моя дорогая частичка. Скажите, как вас называть? Как мы можем к вам обращаться? Вернее, так. Свое имя вы можете Юле на ушко сказать. Вот. Но по вибрациям, может, вы дадите, как к вам обращаться? Арт. Арт. Три буквы. Да. Арт – это искусство. Насколько я знаю, очень такое красивое слово. Хорошо, уважаемый Арт, мы еще раз очень рады наконец подняться на уровень высшего я Юли. Юля тоже очень этому рада. И если вы позволите, я сейчас тогда начну зачитывать вопросы, их 10. И если вы сможете на них ответить, отвечайте, пожалуйста. Если нет, тогда как-то объясните, почему нет. Хорошо? Я пообщаюсь с удовольствием с вами. Благодарю вас, Арт. Начинаем. Первый вопрос. 6 сентября утром во время медитации я почувствовала мощнейшую связь с душой своего дедушки, Беленький Иван Архипович. Как я могу ему помочь? Мне нужно молиться о нем или это поддержка из тонкого плана родственной души? Прошу дать мне совет. Это поддержка. Это поддержка. Вот ваш ответ, Юлия. Благодарю, уважаемый Арт. Второй вопрос. Родственная душа. Родственная душа. Она 12 уровня. 12 уровень. Мы сейчас на 12. Мы на 10. Мы на 10. Он на 12. Понятно. Благодарю. Я тогда продолжу. Как преодолеть неконтролируемое чувство страха? Наполняться добром, пока страх не вытеснится из твоего биополя совсем. Какие-то эмоции добра? Если, канал, например, добра. Канал добра. Значит, ей нужно подключиться к каналу добра. Его просто нужно активировать. Мы можем ей помочь? Или она сама должна это сделать? Она может сама это делать. Отлично. Благодарю вас, уважаемый Арт. Я тогда перехожу к третьему вопросу, если вы закончили. Прочитаю еще раз вопрос. Как преодолеть неконтролируемое чувство страха? Активировать канал добра и вытеснить из себя это чувство. Но очень важно найти причину страха. Это называется ядро в нашем языке, ядро этого страха, и этот страх проработать. Понять его природу и простить себя. И уничтожить остатки добром. Замечательный совет. Благодарю вас, Арт. Я могу продолжать с третьим вопросом? Да. Было ли у меня воплощение в Шотландии таким, как я его видела в регрессе? Лила и Нария. Ну, я понимаю, речь идет о какой-то паре гипнологов. Ей, видать, там сказали, или она увидела, что это воплощение в Шотландии. Было у такое? У тебя было воплощение в Португалии. Значит, это в Португалии. Капитан корабля. Ух ты! А какие года? И где она там жила в Португалии? Это же граничит прям с океаном. Порта? Но он ей показывает. Я не пойму, идет две цифры. 1542 и 1812. Два и воплощения. Его обе жизни у нее были связаны с кораблями. С морем. Калибре строения. То есть вторая – это кораблестроение. И это территория России, Санкт-Петербург. А
Вот первая это Португалия, как раз 1542 год. Вот, и если вспомнить историю, то Португалия тогда владела чуть ли не полмиром. У нее были колонии по всему миру, и только благодаря вот этим суднам, которые умели португальцы делать, очень важная, видать, функция была у человека. Очень интересно. Мужчина и женщина она была? Мужчиной. Мужчиной. Благодарю вас, очень интересно. Хорошо, тогда, если вы не хотите ничего добавить, я тогда следующий вопрос задаю. Продолжай. Четвертый вопрос. С раннего детства я жадничаю. В материальном плане и духовном мне тяжело выполнять обещания. Это причина контрактов, которые я насобирала. Закон баланса. Это проработка. Кармические узлы. То, чему твоя душа должна научиться. Вот это и есть кармический узел, Юля. Вот так он ощущается. Вот этот ваш вопрос и есть ответ на ваш вопрос практически. Хорошо, пятый вопрос. Какая причина моего одиночества и запланированы ли у меня дети? У нас там страх было слово, да? Не с этим ли связано случайно? Ты материально обеспечена. Это то, что ты... Выбор, который ты сделала. А можно еще что-то изменить? Можно изменить все, изменив себя, но не изменяя своей души. Оставаясь собой, изменить свое отношение к определенным вещам. Вы это хотели сказать, Арт? Нет. Я бы назвала это по-другому. Пожалуйста. Душа должна развиваться и расти. Жадность – это низкое чувство. Ты должна научиться отдавать. И это не только материальные блага. Ты должна научиться отдавать немного своего времени, немного своего тепла. Всем людям? Или только близким? Или... Это не важно. Можно отдавать незнакомым. Уделить 5 минут чьей-то проблеме. И она получит такой поток энергии. У нас просто и были такие клиенты, которые описывали свою жизнь, что у них появилось после чистки желание дарить другим добро и тепло. И они говорят, это такой резонанс дает у других людей. Они моментально посылают свои добрые энергии в 10 раз больше, чем я им помогаю. То есть такой энергообмен идет. То, что он показывает, это нищий, зайти ему, купить сэндвич какой-то или кофе просто отдать, то есть потратить небольшую сумму денег и 5 минут времени, элементарно, то есть увидеть тот, кто не просит, потому что люди, которые, от него такой поток идет, что люди, не обязательно, что кому-то там посвящать себя или чью-то проблему решать, нет, просто какую-то мелочь сделать, то, что у тебя есть время, например, человеку в чем-то, какую-то сделать добро. Добро это, скорее всего, дарить добро. Очень хороший пример. Благодарю вас, Арт. Я прямо увидел, как вы это описали. Это действительно так и есть. Я хочу продолжить. Пожалуйста. Ребенок запланирован. Будет зависеть от развития твоей души. Отлично. Все открыто, все двери открыты. Юля, все в ваших руках. Измените себя, и все изменится в вашей жизни. Это именно хотел сказать Арт. Я добавлю еще раз. Ты здесь, и мы встретились. Это значит, ты ищешь. Кто ищет, тот найдет. Кто стучится, тому откроют. Благодарю. Седьмой вопрос. Если вы закончили, конечно, Арт. Да, продолжай. По поводу яснослышания. У меня теперь постоянно серебряный звон в ушах. Это маленький прогресс? Вопросительный знак. Это вибрации. Это новые вибрации, повышенные. Когда ты к ним привыкнешь, ты перестанешь его слышать. Мы это только можем подтвердить, Арт. У нас этот писк с Верой
несколько месяцев был, иногда и сейчас возникает, когда поднимаются наши вибрации, мы работаем где-то на рабочую веру более 40 Гц, у меня 37, и поэтому попискивает иногда, значит, это у нее прогресс, это был ее вопрос, это маленький прогресс, значит, ответ да, это маленький прогресс, правильно? Это прогресс. Отлично. Совсем не маленький. То есть со временем она будет еще получать информацию также. Если уже... будет раньше, дальше развиваться. Если... Я думаю, что будет. Конечно. Больше чем уверен. Седьмой вопрос, Арт. Замечаю, когда я общаюсь с людьми, мы не понимаем друг друга, как будто разговариваем на разных языках. Эти ситуации отзеркаливают мое непонимание самой себя? Нет, не все люди должны понимать друг друга. Благодарю Вы вас. На разных уровнях развития. О, да. Кому-то открывается больше нового. Кто-то остается на своем месте. Согласен. Земля – это действительно, по-моему, единственное место, где со всех уровней собираются все. И развитие у всех разное, поэтому у нас такие здесь... Разные вибрации. Разные вибрации, безусловно. Но с это возможно... кем-то становится неинтересно. Поэтому идет непонимание. Поэтому и говорите на разных языках. Но это не негативно. Это, в принципе, можно как положительный фактор. То есть ей неинтересно с этими людьми. Это можно так понимать? Конечно. Все, значит, это не в негативном контексте. Вот это важно было ей понять. С ней все нормально. Вот это вот я хотел ей сформулировать. Может быть, и Юлия не достигла еще какого-то уровня, чтобы понимать. Может быть. Это работает в обе стороны. Я говорю в общем, так как Юля спросила в общем. Верно. Она спросила в общем. Так и есть. Хорошо. И я перехожу к восьмому вопросу, если вы закончили, уважаемый Арт. Продолжай. Положительные и негативные стороны моего характера. Назовите, пожалуйста. Я не буду говорить о себе плохо. Ну, конечно, она же спрашивает саму себя, она просто не понимает положительные. Конечно, нет. Это ж частичка. Скажите, Арт, можно один вопрос? Я скажу по-другому. Пожалуйста. Ты сама уже назвала свои отрицательные стороны, как жадность, например. Ты сама все знаешь. И исходя из этого, я скажу, что отрицательные стороны – это жадность, невнимание, эгоизм. Из положительных сторон – это то, что ты учишься и хочешь все это прорабатывать, расти, наполнять душу добром. Замечательный ответ, Арт. Благодарю вас. Я перехожу тогда к девятому вопросу. Меня постоянно атакуют космические паразиты. Что я делаю не так, забывая о защите? Мы сегодня ничего не нашли у нее, никаких паразитов. Мы делали проверку. Перед подъемом она была чистая, абсолютно. Может, это сомнение? Старайся активировать Меркабу. Она имеет определенную защиту. Несет. Да, и сущности, когда входят, они пытаются ее ослабить или сдвинуть в сторону, только тогда они могут войти в нее. Я могу это подтвердить, Арт. Так и есть. Меркаба имеет защиту. Одна из многих. Но это доступная защита ей. Не забывай про нее. Хорошо. Ответ Меркаба. Девятый вопрос был. Десятый вопрос. Арт, я смеюсь, вы простите, я сейчас прочитаю вопрос. Как выглядит и как зовут мое высшее я? Связываться пока с ним не буду. Хочу знать свое эталонное состояние, чтобы понять и принять себя. То есть она хочет подготовиться со встречей с вами, Арт, со своим высшим я. Я объясню. Пожалуйста. Я выгляжу именно так, как я выглядела в жизни из 1542 года, как капитан корабля в определенной одежде. Эти годы были очень сложные своими открытиями и войнами с Персидской империей. Эти годы были очень богатые. Много золота было в наших трюмах. То есть вы приняли образ этого
капитана 1512 года и решили в нем, в этом образе остаться. Правильно я понял? Именно так. И я хочу сказать, что материальное положение, оно всегда будет, оно тянется из той жизни, и оно всегда неплохое. Надеюсь, Юля поймет, о чем идет речь. Благодарю вас, уважаемый Арт. Вы хотели еще что-то добавить? Сейчас сформулирую. Это то, где мне было комфортно, и то, где мне было приятно. И именно так сегодня я выгляжу перед тобой. Хотя вы же понимаете, я конечно могу принимать любой образ. Любой вид, любой образ, конечно. Вам просто приятно находиться в этом образе. Оно соответствует вашей чистоте и восприятию, поэтому вы приняли такой образ. Я это понимаю, и она, безусловно, тоже понимает. То есть вы считаете, эта жизнь 1512 года была очень важна практически в ее общей сумме всех жизней. Скажем так, где душа взяла максимальный опыт с собой? Можно и так сказать. Благодарю вас. То есть мы практически сейчас наблюдаем картину, стоит высшее я и стоит Юлия. И это-то до 100%, правильно? Это вы сейчас воссоединились, практически стоите 100% все вместе. Совершенно верно. Скажите, уважаемый Арт, сколько процентов занимает тогда Юля из этих 100%, а сколько вы, соответственно? Есть очень много разной информации на Земле. Кто говорит, что это 30%, некоторые утверждают, что высшее я – это 70%. Мне бы хотелось от высшего я хоть раз услышать правильный ответ. Будьте любезны. Какой ответ ты хочешь? Я хочу ответ процентуальный. Если вы мне скажете, что высшее я – это 25%, это эссенция. Нет такого ответа. Нет такого ответа. Хорошо. Нет. Есть... Это зависит от развития души. Вот. Есть души, которые отдают две жизни. Да, я слышал, две жизни параллельно ведут, то есть, соответственно, это уменьшается все, конечно. Еще и на разных планетах. Планетах, конечно. Душа получает свой опыт. И там одновременно. И там одновременно. Арт, я благодарю вас за этот ответ. Это Юле будет интересно. В принципе, мы закончили все наши вопросы. Юля хотела поблагодарить свое высшее я за это знакомство. Мы благодарим вас. Если вы хотите сейчас что-то ей лично передать, хотя вы можете это в любой момент сделать, это был бы все равно самый лучший момент, чтобы она вас услышала. Я хочу подарить любовь. Свои частички. Пожалуйста. Пусть эта любовь обволакивает тебя. Чтоб ты всегда помнила, что ты не одинок. Благодарю вас, Арт. Золотые слова. И у нас есть такая добрая традиция, если мы уже встречаемся с высшим я, куратором или учителем, мы всем дарим подарки. Я уверен, у вас осталось какое-то желание с 1512 года, и вам бы хотелось что-то получить, или что-то покушать, или увидеть какую-то мыслеформу получить. Мы это все можем сейчас материализовать и оставить вам на добрые воспоминания о нашей встрече. Что бы вам хотелось, Арт? Хотим вам сделать подарок. Ракушку. Какую? Я увидел морскую, такую океанскую большую ракушку, которая к уху прикладывает, и слышно, вот она, как море шумит, да? Да. Я увидел ее. Хорошо, Верочка, ты поняла, о чем идет речь, да? Поняла. Хорошо, и насчет три. Самая красивая ракушка материализуется в твоих руках. 1, 2, 3. И передай ее, пожалуйста. Это то, что он хотел? Звук моря. Это то, что я хотел. И от нас, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными ягодами на земле, которые только есть. 1, 2, 3. И передай, пожалуйста, это Арту от нас за эту встречу в знак нашей благодарности. Прекрасно, прекрасно. Благодарю вас. Благодарим и мы вас, Арт. Мы тогда будем возвращать Юлю в нашу комнату диагностики. Если мы закончили, подведем итог этой прекрасной встречи, которая наконец состоялась. Я бы хотел поблагодарить Милену. Я знаю, что это... огромная заслуга, что мы с Юлей сегодня встретились.
И здесь есть 11-й вопрос, который Елене принадлежит. «Дорогая Милена, я рада быть твоей ученицей и постараюсь тебя не подвести». Вот это она хотела Милене передать. Но мы это сейчас озвучили. Так что, Юлия, у вас два очень сильных помощника в вашей жизни. Вы никогда не одна. Вам помогают. Делайте шаг вперед, и вам сделают два шага навстречу. Милена благодарит она и Юлю, и высшая я, Юль. Я чувствую эти энергии. Хорошо, Верочка, давай тогда мы будем рассинхронизироваться и будем прощаться с Артом. Мы желаем ему всего наилучшего. Надеюсь на скорую встречу Юлии с ним. Рассинхронизируйся, Верочка, на счет 3. 1, 2, 3. Хорошо, берем Юлию, берем Милену, ты и я. И на счет 3. Возвращаемся в нашу комнату диагностики, прощаемся с Артом и желаем ему всего наилучшего. 1, 2, 3. В комнате. Отлично. Милена, как вам сегодня наша встреча? Такой прогресс. Хотите что-то сказать? Пожалуйста. Я благодарю вас за эту встречу. Это наша работа, мы делаем. Столько чистых энергий я напиталась сегодня. Да, мы все тут подзаправились так хорошо, находясь на таком уровне, поэтому я тоже чувствую прилив сильной энергии. Я благодарю Юлю за эту встречу. И мы благодарим Милену за то, что она пришла, Верочка. Наша корзинка с самыми вкусными ягоды. Традиционные. 1, 2, 3. И передай ее, пожалуйста, Милене, чтобы у нее были хорошие воспоминания о нашей встрече. Это волшебно и очень приятно. Нам очень приятно, Милена. И мы благодарим и прощаемся с Миленой. Или до скорых встреч. Надеюсь на прямой контакт с Юлией, с вами и с Высшим Я. Нашла. Отлично. Хорошо, Верочка, мы закончили. Будем возвращать тонкую копию Юлии сейчас в систему Биоробот Душа. Ты готова? Да. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в систему Биоробот Душа, заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готова. И отключаюсь от объекта и возвращаюсь в комнату диагностики. Да, я здесь.